уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, уважаемые друзья, уважаемые военнослужащие, сегодня очень день для всех нас очень волнительный, поскольку мы собрались здесь для того, чтобы перезахоронить воинов красноармейцев, павших здесь в 1944 году в ходе боев за освобождение Молдавии от немецко-фашистских захватчиков. Известно, что наиболее ожесточенные бои шли у села Шердет, как мы только что услышали от уважаемого участника войны. 100 дней и ночей эта земля мужественно оборонялась советскими солдатами. Организованное здесь, на Шердетском плацдарме, наступление наших войск ввело противника в заблуждение относительно направления главного удара и послужило основой для успешного завершения Ялтинско-Кишиневской операции и полного освобождения Кишинева от фашистов 24 августа 1944 года, ровно 69 лет тому назад. Необходимо подчеркнуть, что овладение Шерпенском плацдармом действительно шли жесткие, жестокие бои. Именно здесь, на этом месте, во время одной из атак наших войск погибли бойцы многонациональной советской армии, останки которых обнаружили активисты русского историка патриотического клуба и поискового отряда «Август». И в этот знаменательный день освобождения Кишинева мы отдаем дань уважения тем, кто ценой своей жизни принес нам великую победу. Особые слова благодарности, признательности я хотел выразить поисковому отряду Алексея Петровича за большой личный вклад в увековечивание памяти погибших защитников Отечества. Установление имен погибших и судеб пропавших без вести советских солдат и офицеров. Высоко ценим поддержку со стороны руководства Национальной армии Республики Молдова за содействие решению задач по увековечению памяти погибших в ходе Великой Отечественной войны. Спасибо вам большое. Спасибо.